Хотелось бы сегодня подвести некоторые итоги моей работы, потому что действительно работа проделана огромная, потому что я посвятила площадку на Яндекс.Дзен практически полностью жертвам абьюза, по большей части женщинам, матерям-одиночкам. И там, где раньше, может быть, было и политика, и музыка, и религия, сейчас полностью посвящена девочкам, им помощи. И я считаю, что я сделала огромную работу и могу собой гордиться, что канал сконцентрирован не только на моем имени, а на каждой из вас, кто стремится к тому, чтобы выйти из абьюза. Также чат наш работает 24/7, где все помогают друг другу. Фонд помощи матерям-одиночкам. Сегодня сделала первые два перевода от фонда. Может быть, деньги небольшие, но в трудную минуту любая помощь, считаю, как бы необходима. Иногда забываю вообще полностью о внешнем своем виде, помогая другим, что как бы закономерно. Можно меня сколько угодно критиковать и не любить, но о человеке судят по делам. Порой работаю для постоянных клиентов всего за 350 рублей в час. Я считаю, что как бы просто не по совести будет брать с людей больше деньги, когда они сами в трудной ситуации. Ну и за одноразовую 1000 беру, когда, может, человеку просто один раз нужна поддержка, и все нормально. Но в целом, как бы, считаю, что работа проделана огромная. И дальше только вперед.